Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. У меня сегодня посылочка. Сегодня, кстати, 16 сентября. И если это видео выйдет намного позже, чем на 2-3 дня, тогда, конечно, я покажу еще и продолжение. Досниму и покажу состояние орхидеечки. Ну, если я в течение этих 2-3 дней выложу, тогда уже спустя какое-то время у меня будет пересадка орхидеи, этой орхидеи на канале. А это, в свою очередь, орхообмен. И здесь должна быть замечательная бабочка. Так, я, кажется, не до конца открыла. Так, секундочку. Да, точно, я, наверное, не до конца открыла. Вот, теперь все, теперь открыла. Не говорю, от кого орхидеечка. Потому. Так. Но орхидеечки, вернее, одна орхидеечка, она пришла немножечко, как бы это сказать правильно, покоцанная, не покоцанная. Так, это не она. Это сейчас дендрофаленопсис. Красавчик, красотульчик. Буду его сажать, этого красавчика. У меня уже есть такой дендрофаленопсис от моей подруги. Я показывала распаковку этой, той посылки. Ссылочка на то видео сейчас всплывет в подсказках. И я буду показывать также и пересадку тех дендрофаленопсисов, которые у меня вот, от той подруги. И этот дендрофаленопсис такой же. Сейчас я обставлю фотографию цветения этого растения. И как он называется, вернее, даже там получается, наверное, родитель на фотографии указан. Ну, в общем, вот так вот он должен цвести. Если оба растения у меня пойдут, все будет с ними хорошо, то будет замечательно. Если вдруг какое-нибудь растение, что-то с ним произойдет нехорошее, я надеюсь, второе растение у меня будет. То есть я без этого сорта не останусь. Так, и вот бабочка. Потрясающая бабочка. Я уже не говорю, что на что это обмен, потому что я постоянно меняюсь с подругами, с разными подругами. Постоянно мы меняемся орхидеечками. Ну, не постоянно, но частенько это происходит. Поэтому уже там, уже как получится, кому что понравится, вот так мы и меняемся. Так, а вот фаленопсис, который пришел немножечко покоцанный уже изначально, без тургора толком, но он еще долго был в дороге, был в поездке, был долго, потому что мне его отправили сразу же, как он пришел человеку, от которого посылочка. Поэтому его нужно отпаивать. Я его, конечно, сегодня я его пока не стану доставать. Вижу, тут вот есть корешочки по донышку. Я сегодня его, сегодня-завтра отпою. А на днях уже, я надеюсь, листочки в себя получше придут. Я его уже достану из субстрата. Здесь, видимо, был еще и желтенький какой-нибудь листочек. Его, наверное, отодрали. Вот, вот такие вот пришли. Нежданно-негаданно такой пришел заказ. С покоцанными листочками, с не очень хорошей корневой, с такими вот заломами, что-то с желтыми листьями. Ну, вот всякое бывает. Никогда не знаешь, на кого наткнешься, на какого продавца. Есть у него совесть или нет у него совести. Всякое бывает в нашей жизни. Ну, буду отпаивать, отхаживать. Кстати, совсем забыла, рассматриваю растение, совсем забыла показать, что это за сорт.
Вот это вот этот фаленопсис написано Анмио Джентльмен, буковки АН6608 номер. Вот так он должен цвести. Ну вот, в моем полку снова немножечко прибыло. Ну, в принципе, как я уже сказала, из-за орхообмена что-то прибывает, что-то убывает, что-то снова прибывает. Это вот так вот взаимозаменяемо. На этом я свое видео, наверное, закончу. Хотя нет, пока не закончу. Я не знаю, когда я его буду дальше монтировать, насколько поздно. Ну, пока, хотя, знаете, наверное, закончу, на всякий случай закончу. Если не закончу, всегда успею доснимать и сделать продолжение этого видео, смонтировать в одном. А пока на этом закончу. Спасибо вам всем большое за внимание. Спасибо огромное за эти орхидеечки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, не стесняйтесь. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка найдете на нее под видео в описании. Общайтесь в моей группе, выкладывайте фотографии ваших орхидей, не стесняйтесь. И всем пока, до новых встреч!